Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу рассказать вам о моем путешествии в столицу Южной Кореи, Сеул. Сеул – это очень продвинутый город в плане инфраструктуры, различных IT-технологий и медицины. В Сеуле есть очень много неординарных и потрясающих своей архитектурой, историей, зданий и достопримечательностей. К примеру, 400-метровый небоскреб под названием Seoul Sky и самый большой городской океанариум и множество различных дворцов. Атмосфера этой страны наполнена уважением к каждому человеку, несмотря на его расу, пол и возраст. Сфера жизнедеятельности в Южной Корее придерживается принципов взаимовыгодного сотрудничества, прозрачности и максимальной ответственности за свой вклад. Корейцы стремятся к обучению чему-то новому на протяжении всей своей жизни. Здесь вы можете встретить 80-летнего студента и 3-летнего вундеркинда. В общем, образ жизни жителей Сеула построен на ценностях, которые прививает нам наша любимая школа. Мне очень, очень сильно понравилось в Сеуле.